Привет, Санта! Ты привез всем подарки! Матильда помогает Санте подготовить подарки для всех. Доктор Зик, почему ты прячешься? Матильда, доктор Зик направил на тебя свое ружье! О, нет! Доктор Зик загипнотизировал Матильду! Матильда, ты не того сажаешь в тюрьму! Супергрузовик Матильда загипнотизирована. Она посадила Санту в тюрьму. Не переживай, Санта. Супергрузовик здесь, чтобы помочь тебе. Давай освободим Санту. Время трансформироваться. Бойный молоток. Один удар, и замок откроется. Сделай шаг назад, Санта. Санта, ты свободен. О, нет. Доктор Зик забрал все подарки себе. Не переживай, Санта. Супергрузовик поможет тебе найти и развести все подарки. Ты на верном пути. О, нет. Матильда хочет опять арестовать Санту. Матильда, ты загипнотизирована. Просыпайся. Супергрузовик, не дай Матильде снова арестовать Санту. Где Санта? Ой, он на свободе. О, нет. Матильда разыскивает Санту. Нужно трансформироваться и найти Санту до того, как его найдет Матильда. Полицейский грузовик, давай найдем Санту. Санта знает, где прятаться. Матильда не остановится, пока не арестует Санту. Хорошо, что здесь супергрузовик, чтобы прекратить эту несправедливость. О, нет. Матильда нашла Санту. Супергрузовик, Санта прятался под мостом. Тебе нужно придумать, как разбудить Матильду. Транспойт! Он должен сбить эффект от гипноза. Давай! Сработало! Матильда снова в сознании. Матильда, Зик тебя загипнотизировал. И он пытается снова это сделать. Но в этот раз супергрузовик остановил тебя. Твое ружье сломано, доктор Зик. Ты больше никого не загипнотизируешь. Полицейские машины, остановите злодея. Ты арестован. Супергрузовик займется доктором Зигом, а Матильда поможет Санте развести подарки. Счастливого Рождества, друзья! Ух ты! Взгляните на отряд спасателей! Что же натворил Крокомиль? О, нет! Крокомиль прячется! А значит, он задумал что-то гадкое. Кэрри, осторожно! Он швыряет бомбы со слизью. Из-за них ломаются аттракционы. Отряд спасателей. Нужно найти Крокомиля. Ты нашел Крокомиля, Супертрак. О, нет! Крокомиль залез на карусель. Берегитесь!
Эмбер выручит пострадавших, но ей нужна помощь. Супертрак! Время трансформироваться! Суперскорая! Ты поможешь машинам встать? Отлично, суперскорая! Машины снова стоят на колесах. Эмбер раздает им пластыри. Теперь они поправятся. Молодцы, Эмбер и суперскорая! Но смотрите, Крокомиль снова что-то задумал. О, нет! Крокомиль едет на аттракцион к малышам. Скорее, спасатели! Крокомиль готовит очередную бомбочку. О, нет! Он только что швырнул снаряд со слизью. Берегитесь, дети! О, нет! Малыши, осторожнее! Не ездите по слизи! Колеса малышей увязли в слизи. Спасатели, вы сможете вызволить малышей из слизи? Фрэнк, ты сможешь! Прекрасно! Похоже, Фрэнку нужна помощь. Пора трансформироваться, Супертрак! Фрэнк и суперпожарный работают вместе. Так держать, спасатели! Вы вызволили малышей из слизи. Но стойте! Вам еще нужно поймать Крокомиля. Крокомиль хочет залезть на колесо обозрения. Вот только оно сломано. Осторожно, Крокомиль! О, нет! Колесо разваливается! Крокомиль упадет! Нужно выручать его, спасатели! Время для супертрака 3000! Спеши, суперпожарный! Колесо скоро рухнет! Суперпожарный забивает выпавшие болты! О, нет! Нижний болт снова выпал! Скорее, суперпожарный! Так держать! Крокомиль в безопасности! Минуточку, Крокомиль! Ты так просто не уйдешь! Матильда поймала Крокомиля. В этот раз не улизнет. Крокомилю придется убрать всю слизь. Крокомиль усвоил урок. Молодцы, спасатели! Вау, классный трюк, малыш Рокки. Супергрузовик, ты помогаешь малышу Рокки учиться летать? Оу, похоже, у нас чрезвычайное происшествие. Карл, тебе нужно разобраться. Видимо, Бобби и Том ловили рыбу. О, нет, это акулы! Карл, нужно спасти Бобби! Акулы преследуют Бобби!
Я не думаю, что это сработает. Верно, Карл, тебе нужно попасть на воду. Да, вперед, супергрузовик! Я не думаю, что акулы тебя послушаются. Футбол? Что вы задумали, ребята? Да, попал! Ой-ой! Ха-ха! Ты их проучил! Бобби, ты уже можешь остановиться. О, нет! Мост закрывается! Бобби в беде! Том, подъезжай к мосту и предупреди Бобби! Будь осторожен, супергрузовик! У тебя всего одна попытка! Бобби, тебе стоит смотреть, куда ты плывешь! Не волнуйся, это просто игрушка. Вот это мастерство, ребята! Кажется, кому-то в городе нужна помощь. Тебе стоит проверить, Карл. Похоже, что Марли устраивает конкурс трюков на празднике спорта. Марли зовет всех жителей автомобильного города посоревноваться с ним в конкурсе трюков. Как думаешь, сможешь поучаствовать тоже? Эй, Марли, кое-кто принял твой вызов. Супергрузовик, ты уверен, что хочешь этого? Супергрузовик, ты что, собираешься отказаться от участия? Точно! Трансформация – отличная мысль!
Ага. Итак, похоже, участники готовы начать. Эй! Что дальше, ребята? Вы проехали по всем рампам? Теперь гонка, да? Три, два, один, вперед! О, нет! Ты в порядке? Точно, нужно что-то, что поможет тебе поставить Марли обратно на колеса. Марли, супергрузовик тебя сейчас перевернет, ладно? Марли настолько тяжелый? Давай же, супергрузовик, ты сможешь! Ага. Потрясающе! Замечательный трюк, малыш! Марли, ты можешь подъехать и стать прямо перед рампой? Привет, ребята! У вас небольшой перекус? Оу, вы ищете знакомые фигуры среди облаков? Как здорово! Ух ты! Эта ракета отлично знает, что делает! Смотрите-ка, малыш Рокки тоже здесь! Потрясающе! Оу! Берегись, Бен! Назад, малыши! Ой-ой-ой! Он так долго не продержится! Я, пожалуй, позову супергрузовика прямо сейчас! Карл! Бен в опасности! Он вот-вот упадет! Скорее! Скользит на разлитом соке. Тебе стоит поторопиться, супергрузовик. Что нужно? Супер автовоз. Посторонитесь, ребята. Не волнуйся, Бен. Скорее, супер грузовик.
Бир, ты готов? О, нет! Это максимум высоты, на которую ты способен. Ты почти добрался. Давай же, супергрузовик, еще совсем немного. Бен! Не падай духом, супергрузовик. Фу, получилось. Молодчина, супергрузовик. Какое облегчение. Верно, малыши? Все будет. Чума? Мама, да. Надо для чума. О, вы хотите спуститься? А как вы сюда забрались? О, теперь понятно, это Пенни вам помогла. Но она полетела назад на работу. А платформа супергрузовика слишком короткая. Что же придумать, супергрузовик? Вижу по лицу, у тебя есть решение. Ого, огромный матрас. Ну-ка, малыши, теперь прыгайте. Да, послушайтесь Бена, малыши, это будет весело. Ты будешь первым, какой ты храбрый. Готов? 3, 2, 1. Ого, это действительно весело, правда? Кто следующий? Ох, я не ожидал. Что ж, превосходная работа, супергрузовик. Да, похоже, малышам это понравилось. Ты снова всех спас, Карл. До новых встреч, друзья.